Всем привет! Приехал сегодня на один водоем. Нашел его совсем недавно, катаясь здесь по окрестностям. Искал места, где весной порыбачить. Набрел вот на такое озеро, оно довольно длинное. Там в конце есть одно очень интересное место. Я думал, что на нерест там будет собираться рыба. Там очень мелко. Сейчас прошел туда, попробовал. Малька там тьма, разных размеров, просто кишит. Ну, никакая рыба не клюет. Попробовал на червячка. Чуть-чуть покидал джиг. Ни одной поклевки так и не получил. И ушел оттуда. Пришлось пройти через кусты. Вышел весь в клещах. Сейчас стоял здесь, отряхался. В общем, до сих пор посматриваю, как бы на мне их не было. Пришел сейчас в такую заводь. Здесь смотрю, рыба какая-то плещется. Вроде бы не особо крупная. И вот решил здесь пока остаться, попробовать. Потом, если что, пойду дальше. Сейчас здесь поставлю поплавочку и попробую на джиг тоже половить. Посмотрим, что из этого получится. Все, всем приятного просмотра. Надеюсь, сегодня что-нибудь поймаем мы здесь. В общем, здесь ходят коровы стадами. И вот через такие вот кусты я прошел там. И что-то думаю, блин, вот коровы туда-сюда, кушары, хожу. Надо посмотреть. И правда, опускаю голову. Смотрю, у меня, блин, здесь клещи уже поднимаются. Сейчас хожу аккуратно здесь. Стараюсь по кустам не ходить. Здесь нашел вот такое деревце обрубленное. Пока сюда закинул куртку. Сюда далеко очень шел. На машине не проехать. Вот здесь плещется какая-то рыба. Конечно, по-хорошему бы с той стороны ловить. Ветер, потому что в эту сторону дует. Поплавок, наверное, сносить будет. Ну да. Ну какая-то рыбка вот сейчас здесь. Я пришел сюда, здесь расплескалась. Прям вон, видите? Сейчас посмотрим, кто это. Вроде как здесь и судак должен быть. Тоже попробую сейчас на джиг половить. Интересно, что за рыба здесь плещется. Так и непонятно. Есть поклевка. Кто-то дергает. Вот там у червя хвост длинный, я оставил висеть. Опа. Кто-то есть. Посмотрим, кто здесь водится. Угу, в облачко. Даже это не в облачко, это плотвичка. Вся шершавая. На нересте. Нормально. Первая рыбка есть. Попробую сейчас на опарыша. Взял вот такой какой-то огромный, крупный прям. Он, конечно, выпрыгивают из банки. Здоровенные. Я думаю, эта плотвичка на опарыша будет лучше, чем на червя ловиться. Сейчас посмотрим. Солнце печет, конечно, сегодня. Надо убирать в тенек. Вот там вода спокойнее. Наверное, придется мне сейчас туда перебраться, потому что здесь вот волна. Ну, вот здесь и рыба плещется. Сейчас я пойду туда посмотрю, если там также рыба плещется. То, наверное, туда перейду. Потому что несет поплавок. Вообще на месте не удержишь. Поклевку не поснимаешь. Ну и, кстати, там вот в конце, куда я приехал. В общем-то. Там очень много птицы. Может быть, еще поэтому там как бы рыбы нет крупной. Ну, правда, видел, там карпик такой плавал с полкило. Но поклевок вообще не было.
Вот уносит, клевало только что. И уже 3 метра с того места унесло поплавок. Сейчас проверю джигом, в каком количестве здесь рыбы. Может, и судака цепану. Плещется, есть рыба. Я так понял. Да, вот. И там уже джигом цепляю тоже. Стая рыбы, видать, стоит. Так, там на поплавок поклевка. Ох, там кто-то трется прям по шнуру. Рыбы там полно, конечно. Но вот почему-то сейчас рыба плохо клюет. Не знаю, может быть, это из-за погоды. Сейчас такая погода, что день дождь, день жара. Потом, может быть, день снег быть вообще. Так что, может быть, в этом причина, что бесклевие такое в последнее время. Нашел клеща, который сидит, меня поджидает. Сейчас вам покажу. Если получится, конечно, его снять. Маленький такой. Не фокусируется, в общем, камера. Не получится вам макро показать. Вот здесь вот на кончике сидит клещ. Растаращил свои лапки. И ждет, пока я мимо пройду, чтобы он зацепился. Но не фокусируется на макро. Не получится его так снять. В общем, их здесь полно. За счет того, что здесь вот коровы ходят тоже толпами. И клещей из-за этого здесь тоже тьма. Вот он. Не знаю, на эту тоже, да, не будет видно. Вот здесь вот сидит на кончике. Нет с собой камеры, та, которая снимает макро. Не думал я, что здесь придется что-то такое снимать. Ну, что с ним сделать, блин? Или пусть сидит. Или отправить его полетать. А то ведь я забуду и все равно его на себя поймаю. Оп. Все. Пусть идет, ползает где-нибудь. Клевка, наконец-то. Очень редкие поклевки. Не знаю, с чем это связано. Ой, какая мелочь. Там вообще мелюзга. Да, такая вот. Малек. Тоже весь шершавый. О, кто-то покрупнее. О, хорошая плотвичка. Такая уже посерьезней. Побитая. Не знаю, это она или так не рестится, либо это ее порвал судак. Ну да. Похоже, что все-таки судак прихватил. Да успокойся ты, блин. Смотрите, какая шершавая. Не знаю, будет видно, нет. Вот вся голова в рогах. Ну и здесь шрам вот такой огромный. Видимо, все-таки судак здесь есть.
Вот на червя клюет, кстати. А на опарыша не клюет. Непонятно почему. Сейчас, пока до машины ходил, по дороге целую кучу клещей видел. Вот так они на кустиках сидят, поджидают лапки растопырив. Ну, сейчас пекло. Думал, пойду поснимаю. Обнаружил, что у меня телефон более-менее макро может снимать. Думал, сейчас пойду поснимаю. Прошелся по всем тем местам. Клещей уже нет, нифига. Видать, припекло. Они посваливали куда-то в тенек. Вот, одного нашел. Он сидит на веточке. Сейчас он в таком сберегательном режиме. Видите, лапы не выставил. Не пытается зацепиться. Просто, видать, жару пережидает. Вот оно. Ну, очень их здесь много. Прям не ожидал, что их здесь столько будет. Вот еще один нашел только что. Хочу вот так вот на руку попробовать, как он будет реагировать. Смотрите, смотрите, зашевелился. Оп, оп. Ага. Сразу же среагировал. Сейчас будет ползать, место искать, где вцепиться. Пойду скину, блин, пока он куда-нибудь не залез. Нет возможности пока снимать поклевки, потому что ветер не дает. Но я вам так скажу, наконец-то рыба клюет в этом году весной. Наконец-то, потому что я уже много где побывал. Я даже больше не на рыбалку ездил, а в поисках мест каких-то, где буду рыбачить в этом году. Поэтому поездил, посмотрел места, вот таким же образом я и сюда, в принципе, попал. Сейчас вам могу показать небольшой клип, слеплю такой, где я был, как рыбачил там, что ловил, что не ловил. В общем, посмотрите, потом вернемся сюда, надеюсь, что ветер стихнет, и здесь уже нормально порыбачим.
общем, вот так я порыбачил. Там сям на водохранилище съездил. Туда рыба не зашла. Только крупный карась, и то не в больших количествах. Проехал еще пару мест интересных. Толстолоба багрил опять. Потом приехал туда целенаправленно половить этого толстолоба. Купил снасть нужную. Но его там уже не оказалось. В общем, клёва практически не было. Опять-таки говорю, это скорее всего все из-за погоды. Вот только наладилось. Буквально дня 3-4 стоит теплая погода. Ну и вот рыба начала потихоньку поклевывать. Думаю, к вечеру будет здесь обалденный клев. Не ухожу с этого места. Рыба перестала плескаться. Сейчас пекло началось прям такое. Ну, думаю, к вечеру-то по-любому здесь будут поклевки хорошие. Может быть, даже сазанчик будет клевать. Посмотрим. Карп здесь вроде бы тоже есть. Пробиваю джигом. Где массово стоит эта плотва сейчас. Нашел вот там чуть дальше. Не понимаю, почему там мелко. Почему она именно там, не знаю. Ну, то есть вот туда кидаю, там редко попадаются. Хоть и плещутся. А вот здесь вот ближе прям. На мелике очень много цепляется. Да, вот здесь вот они стучат по шнуру. Непонятно, видно, что рыба есть, рыбы много. Но клевать она не хочет, вот на опарыша вообще никак, на червя нет-нет. Раз в полчаса поклевка случается. Сейчас попробую, одену тогда червя и брошу вот туда, где они мне попадаются. Ну вот уже вечереет, в принципе. Клев-то должен начаться. Но у рыбы, видать, сейчас какие-то другие есть дела. Нерест, либо еще что-то. Поэтому, может быть, ее так много. Но она не клюет вообще. А вот здесь, кстати, он коровий след. И видите, там муть. Вот в других нет, да, просто чистые. А вот в одном прям муть и не проходит. Я посмотрел, там, оказывается, мелкие рыбешки туда заплывают и что-то там, блин, тоже что ли не рестятся. Ну там вот такие вот, короче, прям совсем мелкие. Не знаю, может просто малек там какой-то кормится так, что-то разрывает там себе в этом илу. Просто посмотрите на воду. Везде рыба плещется. Вот сейчас скоро уже закат. Вон, смотрите. И ведь довольно крупная плещется. Вон там целый котел. Но не клюет. Вообще, как я не стараюсь, больше глубину, меньше. Опарыш красный, опарыш белый, червяк. Все, тишина. Вот когда я только сюда пришел, был клев. Реально был клев. Я даже особо не снимал. Ну, из-за ветра, из-за волны. Думал, как сойдет волна, вот так вот наступит. Я знал, что так будет к вечеру, затишье. Думаю, тогда нормально поснимаю. Но все, клёва нет. Непонятно, конечно, почему так. Опа! Есть, ну наконец-то я дождался. Хотел перезаброс сделать. За удочку взялся, смотрю, поклевка. О! Такая товарная плотвичка. Вот. Хороший размер, все потертые. Вот видите, с нее как раз этот ил выходит, в котором здесь все дно.
Видимо, они им и питаются. О, какой лягушонок симпатичный. Вон лягушки уже все готовы. Новые. Вон уже какой. Красавчик. Так, ну что, клев что ли начался? Сейчас посмотрим. Уже, в принципе, почти солнце засело. Есть. Это что-то мелкое. Не тянет. Ага. Мелочь. Так, ну ладно, что, буду я, наверное, собираться домой. Сегодня, в принципе, немного порыбачил, поразведывал новое местечко. Ну, конечно, рыбалка так себе получилась, как, впрочем, и рыбалок, наверное, 5-6, которые перед этим были. Но солнце уже садится, все, пора собираться, потому что домой далеко ехать. Это не так близко находится место. Не знаю, если еще раз сюда соберусь, то поеду прям рано с утра, попробую. Думаю, рано с утра здесь должен быть хороший клев. Ну а так, скорее всего, куда-то в следующий раз двинем в другое место. Плюс скоро уже немного осталось ждать, начнется новый рыбацкий сезон. Поедем туда, где нет людей, где водится крупная рыба. Ну а я домой. Всем пока-пока. Увидимся на рыбалке.